рассмотрение этого представления необходимо утвердить состав комиссии. Предыдущий состав комиссии по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликтов интересов в Назаровском городском совете депутатов входили членами комиссии депутаты 5-го созыва, срок полномочий которых завершен, поэтому необходимо внести изменения в персональный состав комиссии. Проект решения у вас имеется. Предлагается в данную комиссию включить Лугьянова Евгения Петровича, депутата Назаровского городского совета, председатель комиссии, Черкашин Сергей Михайлович, депутат Назаровского городского совета, заместитель председателя, Чуркина Александра, депутат, секретарем комиссии, Чебучалова Мадина Мустафовна, депутат Назаровского городского совета, член комиссии, и Губанов Виктор Александрович, председатель общественного совета при МВД Назаровский, также членом комиссии. Ну, в общем, все кандидатуры согласованы. Прошу данный проект решения утвердить. Если есть вопросы, прошу задать, высказать свое мнение. Евгений Петрович, мнение комиссии. Комиссия решила вынести на сессию и утвердить персональный состав. Спасибо. Коллеги, поступило предложение проект решения утвердить в редакции докладчика. Кто за? Против? Воздержался? Решение принято единогласно.